Ну вот, выкопала петунью, выкопала в надежде, что она дома будет цвести, в горшок посадила. Вон еще одна петунья. И выкопала анютки. Они там насыпались самосевом. И я одну выкопала. Они хорошо перезимуют, на следующий год будут цвести в грунте. Но мне просто интересно, а как дома? Среди вот этих цветочков. На улице у нас похолодало. 4 градуса всего. И все, позднее бабье лето закончилось. Похоже. Теперь ждем холода и дожди. А я вот еще вчера мармеладу наделала. Тут у меня клубника и малина, сок. Отцедила сок. И никаких ягодок не добавляла. Было целое тарелище. Это я с чаем выпила. Ничем я не обсыпаю. Сахар мне нельзя. Вот, оставлю зачем. И так нормально. Выбрала из ящика последние помидорки. Хиленькие всякие. Букетик тут у меня завидает. Ромашка, правда, что не расцвела на улице. Хорошо цветет здесь. А вот эту ромашку муж принес, канадская. Перенесла я фонарик сюда. В большой комнате там кошка обожает валять их. Они же без воды падают. А вот на этом окошечке пусть стоят. Здесь у меня запасы сливок с молоком. Какой сегодня сильный туман. С вечера упал. И как без листьев видны наши страшненькие, жестко обрезанные яблони. Вот еще одна корчашка. И та. Ну, груша сама у нас, можно сказать, отгнила. Вот еще одна. Ох, как отпилили сильно. А туман создал сырость даже на крыльце. Везде капли висят, течет с крыши. Вот такой сильный туман. Сыро, холодно, всего 1 градус. Было написано -1 на ночь, но вот туман не дал опуститься температуре. Принесла с мансарды вот такой огромный кочан. Кур кормим капустой. Нам-то много не надо. Один остался кабачок цукини. Не даю его курам, берегу. Перец весь вжупивается уже. Так, а здесь я прикрываю капустку квашеную и яблоки моченые. Яблоки уже скоро можно будет есть, а капусту мы уже едим. Вот здесь вот баночка тоже стоит капустки. А это поздний кочанчик. Я его пока не хочу трогать.
И вот еще молоко здесь в холоде стоит на террасе. И там еще этот кочан я принесла с мансарды, но не спускала. Стоит. Вот такой. Вчера самого крупного петуха посмотрела, на нем тоже черные такие наросты как бы на бороде, на голове. Мужу велела поймать. Он мне его принес. Я ему обработала все антисептиком, голову всю. И зеленкой намазала все его шишки. А зеленка уже почти сошла, кстати, почему-то. Но я больше на той стороне мазала. Гуляют куры. Хоть и 1 градус всего. Почистила кормушки. Вот в это большое блюдо. Положила внутрь камушек. Потому что они все раскопают. Ну вот они там тоже поклевывают. А чистой еды положила в кормушки. Воробьи там у них тоже бегают. Вон за сеткой скачут. Они в любую дырку проскакивают. От них никакого спасения нет. Сегодня все разобрала. Все протерла здесь. Все чистенько. Сюда положила в старенькой наволочке, что сушила, яблоки. Батарея теплая, пусть лежат. Переворачиваю этот мешок сбоку на бок. Вот перевернула другой стороной его. Очень хорошо. Пусть лежит. А этой салфеткой я собираю конденсат, когда сядет. Я раз и протру, и никакой черноты не будет. Мой букетик высох. Ромашечка. Вот это только жалко выкидывать. Я ее, наверное, сейчас вот это вот уже псявое выкину. Муж принес, тоже надо выкидывать. А эти уже высохли. Выкину сейчас. Водичку поменяла. Ромашечки. Пусть стоит одна, доцветает. Жалко выбрасывать. С цикламеном-то пусть стоит. Дела огородные закончились. Делать нечего, сырость, туман. Останется только обломать сентябрины. И ими же укрыть кое-какие растения. Туман не спадает. Сказали, в 10 развеется. Не, уже 10-11. Он так и лежит. Тут у меня еще стоит хлорофитум. Один дал.
вчера вот этого второго не было. Сегодня второй стволик дал. Но я их стараюсь обрывать. Они цветут, мусорят.